Как приготовить семена льна для похудения? Как снизить вес за 3 дня семенами льна? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 1000 опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, как приготовить семена льна для похудения и снизить вес быстро и безопасно для вашего здоровья. Скорость движения и безопасность не всегда соответствуют. Я вам предложу несколько вариантов, а вы сделаете свой выбор. Что мне нужно для приготовления семян льна, чтобы вы безопасно снизили вес? Конечно же, нужны семена льна. У меня есть шрот из семян льна. Ну и уже готовится настой семян льна в холодной воде. Для его приготовления нужно просто контакт семян льна с водой комнатной температуры и периодическое взбалтывание, что я и делаю. Для приготовления следующих вариантов использования семян льна, чтобы снизить вес, у меня подкипает вода. И практически все уже готово. Чайник практически закипел. И кипящей водой можно заливать первый продукт. Это будет каша из семян льна. Заливать лучше при помешивании, чтобы не было комков. Теперь каша будет настаиваться дальше. Чтобы не терять время, начну приготавливать второй. Чаще всего так и делаю. Ставят просто на открытый огонь емкость, которую заливается. Обязательно нужно заливать подготовленную воду. Воды. Количество воды минимальное не имеет значения. 2-3-4 стакана воды можете спокойно использовать. Для снижения веса это будет иметь только положительное значение. Ну и дальше беру семена льна. Ну, примерно 2 столовых ложки. Порция на один день. Здесь немножко пошевелю, чтобы комочки не образовались. Отлично. Прекрасной консистенции. Кашка продолжает готовиться. Здесь у меня готовится на воде. Здесь холодная вода продолжает извлечение слизи из семян льна. Итак, как использовать каждый вариант? Безусловно, самый быстрый способ снизить вес — это использовать кашу из семян льна. Часто так и рекомендую делать, но я бы не советовал кашу использовать больше 3 дней. И только тем, кто никогда не занимался своим здоровьем. Иными словами, ваша пищеварительная система представляет результат вашего труда на протяжении вашей жизни. И если там есть каловые завалы, если там есть какие-то не до конца переваренные продукты питания, то, конечно же, кашка и семян льна — это самое оно. Принимать можно как вместо еды, так и перед едой. Скорее вместо еды можно использовать примерно по стакану такой кашки. Относительно низкокалорийный продукт, который вообще не способен практически полностью перевариться в вашем организме. Разве что жиры, которые здесь есть, могут успеть перевариться. Крахмал, если вы кашу будете тщательно пережевывать, также переварится. А вот переварятся ли белки, очень сомневаюсь. Потому как в каше есть один ингредиент, который может помешать этому процессу. Если вы неправильно приготовили, измельчили семена льна. Я имею в виду, если вы просто измельчали семена льна в домашних условиях. Тогда в вашей кашке будет один очень интересный компонент. Исходно это был гликозид ленимарин. Это соединение глюкозы, ацетона и синильной кислоты вместе. При термической обработке соединение разрушается. Появляется ацетон, и в данном случае пары ацетона наверняка поднимаются вверх. Но их количество небольшое. И ацетон не так действует в таких концентрациях пагубно, как третий компонент, я имею в виду синильная кислота.
Содержание синильной кислоты в каше, неправильно приготовленной, и в настое семян льна отличается в 7 раз. Иными словами, если вы будете такую кашку использовать регулярно, то ваша иммунная система очень серьезно пострадает. И более 10 лет назад опубликовал такую книжку «Рак. Профилактика. Ранняя диагностика», в которой обозначены основные факторы риска, которые так или иначе могут привести вас к онкологическим заболеваниям. Примерно такие же факторы риска способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, основных кардиологических заболеваний. Я имею в виду атеросклероз сосудов, я имею в виду гипертоническую болезнь. Иными словами, если у вас есть заболевание сердечно-сосудистой системы, вы кандидат номер один на раковые заболевания, на онкологические заболевания, потому как факторы риска практически одинаковы. Когда я писал эту книгу, я не сопоставил эти два факта, просто обозначил, что если вы хотите заниматься профилактикой онкологических заболеваний, у вас одновременно получится профилактика кардиологических заболеваний. И наоборот. Если вы знаете, как предупредить кардиологические заболевания основные, то бесплатным бонусом у вас будет снижен онкологический риск. Но это нужно знать и правильно выполнять. Решение вопроса не состоит в правильном ответе. Один раз вам нужно щелкнуть пальцами или два раза. А может быть, приложить больше усилий, трижды щелкнуть, и все. И кардиологические заболевания теперь вас не посетят, а онкологические тем более. Здоровье — это регулярный, постоянный труд над его сохранением и укреплением. А не движение в произвольном полете с уникальным образом жизни, следствием которого могут проявиться те или иные заболевания. Но пока я вам это рассказывал, настой семян льна у меня практически уже подходит к интересной стадии. Водичка начинает закипать. И как использовать? Еще раз. Если вы хотите похудеть быстро, за 1-2-3 дня сбросить несколько килограммов, при этом вы вели свой уникальный образ жизни, то, конечно, у вас выбор между двумя вариантами. Это каша из семян льна, либо настой из семян льна. Если у вас в анамнезе был когда-то гастрит, гастрододенит, язвенная болезнь, панкреатит, то в этих случаях я бы не советовал вам использовать кашку. Все-таки механическое воздействие на слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки может привести к обострению тех заболеваний, которые у вас были когда-то, и вы можете о них вспомнить. И в этом случае вам лучше использовать настой из семян льна. Конечно же, идеальный вариант — это приготовление на водяной бане. Но чаще всего готовят именно так. Поэтому я и решил показать вам именно так. Конечно, лучший вариант — это водяная баня. Иными словами, внизу у вас находится еще одна емкость с водой, которую вы больше 100 градусов нагреть не сможете. И в этих условиях у вас будет извлекаться слизь из семян льна. И вы получите слизистый раствор, который будет, попадая в желудок, вызывать обволакивающее действие, противовоспалительное действие. Если у вас даже гастрит был в состоянии обострения, вы получите плюс на первых 3-4 дня. Кроме слизи будет действовать и синильная кислота. Да, она уменьшит воспалительный процесс. Да, у вас прекратятся боли в желудке. Но не за счет того, что вы решили причину обострения гастрита. Вы справились с ней. Вы боретесь со следствием. Организм реагировал на проблемы в организме обострением гастрита, гастродуоденита, язвенной болезнью. Вы убираете симптомы, лечите симптоматически, а лечить нужно патогенетически. Настой на водяной бане практически закипает. Видите, уже извлечение слизи пошло более активно. И важно успеть вовремя выключить огонь, чтобы настой семян льна у меня не убежал. Он может убежать так же, как и молоко. Поэтому нужно при помешивании контролировать этот процесс. О чем говорит наличие избыточного веса? Избыточный вес отражает степень нарушения обмена веществ в вашем организме. И чем больше объем жировой ткани вы накопили, тем более грубые нарушения в обмене веществ произошли. И это видимая часть айсберга. Да, при этом чаще всего нарушается и обмен липидов в организме, но не только их. К
Как правило, нарушается и обмен углеводов, в обмене которых ключевое значение имеет работа печени. Такая книга у меня была опубликована. «Секреты здоровья» или «Что делать, если у вас есть печень и почки». Печень – неизменный участник этих процессов. Если есть избыточный вес, то, как правило, нарушен обмен жиров, углеводов, а также, возможно, и белков. И последние, именно последние нарушают обмен веществ более критически и мешают снизить вес. Но если вы используете исключительно быстрые способы, я имею в виду настой семян льна, кашку из семян льна, вы обмен веществ вряд ли восстановите. Это не уникальный компонент, которого вам не хватало до сих пор и благодаря которому вы можете восстановить обмен веществ. Обмен веществ начинается от печки. Иными словами, нужно наладить правильное питание. Но все диеты, которые вы знаете или еще не знаете, не имеют для вас ровно никакого значения, пока вы не восстановите работу пищеварительной системы. Пока вы не восстановите те звенья, которые были в ней нарушены и которые мешают переварить пищу. Полезные вещества, которые прописаны в продуктах питания в справочниках, имеют для вас теоретическое значение, а практическое приобретут после того, как ваша пищеварительная система их переварит, разложит на простейшие компоненты, они попадут в кровь, на ревизию к печени. Печень в составе желчи нежелательные для вас вещества сбросит обратно в кишечник, а полезные пропустит для ваших клеток. И вот только здесь, когда сердечно-сосудистая система сможет доставить полноценно полезные питательные вещества вашим клеткам и начнет восстанавливаться обмен веществ. Это не щелчок пальцами. И даже не два и не три. Это более трудоемкий процесс. Настой семян льна, каша семян льна помогут вам просто очистить кишечник. Но снизить вес за счет содержимого кишечника, а не за счет уменьшения объема жировой ткани. Если у вас пойдет снижение жировой ткани на приеме каши либо настоя семян льна, то это означает, что ваш организм недополучает полезные питательные вещества, которые заблокированы синильной кислотой, которой больше в кашке и меньше в настое. В 7 раз. Но 7 раз это не значит 0. Вот здесь 0. Синильная кислота нерастворима в холодной воде и не может попасть в этот настой. Соответственно, нарушить пищеварение, нарушить переваривание пищи в этом случае у вас не получится. А нужно только правильно использовать. Холодный настой льна также принимается после еды. Но когда вы знаете, чем питаться, как питаться, когда питаться, в зависимости от вашего пола, возраста, погодных, климатических условий, образа жизни, ну и других переменных, которые так или иначе требуют от вас изменить правильное питание. Вернее, применить правильное питание. Не идете вы в плавательный бассейн во фраке, а на дипломатический прием в плавках. И вы можете оказаться на приеме у врача совершенно другой специальности. Питание ничем не отличается от вашей одежды. Одежду вашу видят сразу. А последствия неправильного питания видны спустя годы и десятилетия. А может быть и сразу, если вы неудачно попитались каким-то продуктом питания и вызвали пищевое отравление, иными словами, нарушили работу пищеварительной системы. И кто вам потом ее будет восстанавливать? Конечно, в молодом организме может восстановиться и сама, но далеко не всегда до исходного состояния. Поэтому нужно для того, чтобы снизить вес и восстановить, вернее, нормализовать обмен веществ, конечно же, ни настой семян льна на горячей воде, ни кашка вам не помогут, а поможет только настой семян льна в холодной воде на фоне правильного питания. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами: крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на это видео лайк. А я подумаю, какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. И принимайте правильно семена льна для похудения. Не рискуйте своим здоровьем и своей жизнью.